Всем привет, ребята! И сегодня я снимаю видео про Go Simulator. Мы набрали 3 лайка. Простите, я не могу снять новую карту. У меня не получилось. Там, ну, такие проблемы маленькие. И я решил заснять историю с Вовой. Все, смотрите. Так, сегодня Вову увезли в больницу, к ветеринару, его надо будет забрать, и хозяин, кстати, нас наругал очень сильно, и теперь не дает это нам выходить, а я хочу поскорее уже забрать Вову. О, привет. О, брат! Так, давайте быстрее бежим отсюда. Кажется, он не заметил. Я знаю, где это будет. Дети. Пошли быстрее. Главное, хозяин набил. Теперь я буду аккуратно переходить дорогу. Так, это будет вот там. Аккуратно, очень аккуратно буду переходить дорогу. Ну, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Амаз сбил. Так, все, я пришел. И вот здесь вот отсюда я должен забрать Вову. Уходим быстрее. Угу. Вова! Вставай, говорю! Че, тебя вылечили? Ай, да ты че падаешь? Тебе лучше стало? Нет. Ну, чутко. Ага. Я сбежал от хозяина. Нормально. Ну ты ходить можешь? Ну, мне сказали, что еще надо будет пройти. Как же тут тесно, как люди тут живут вообще. Пошли домой быстрее. Мне кажется, ой, давай прокатимся. Давай. Мы же вчера круто покатались. Ага. Сейчас тоже прокатимся. Че не деревянный? А! Ты издеваешься? Ты меня выкинул, а себя забыл. Как оно еще держится? Сейчас полетим. Убегайте! Мне то пол больнее досталось. Идем. Надо быстрее вот отсюда узнать. Наверное, поэтому мои ноги и болят. Но веселье, говорят, это первое лекарство. Где туда? Ну и пока, ребята, еще раз извиняюсь за то, что не мог снять видео. Давайте наберем под этим видео 3 лайка и сниму продолжение. Всем пока.